событий. Марсини здесь руками ударил соперника по спине. Кулаков, Лунгу в одно касание, вернул ему мяч, передача под удар, Павлюченко, гол! Есть первый мяч Романа Павлюченко за Урал. 2-0. Ну как по нотам разыграна комбинация, уж простите мне этот штаб комментаторский. Здорово была разыграна стеночка, открылся на фланге Кулаков. На его передача, а идеальная, под удар, это любимые удары Павлюченко. Помните, сколько он таких забил за Тоттенхэм? Успел Кулаков, достал этот мяч, отклеился от Павлюченко Никитин. Ну и Роман в одно касание в своем непревзойденном стиле. Вот, пожалуйста, голевое чутье, мастерство, опыт, называйте как хотите. Его фирменное празднование. Роман Павлюченко с дебютом. Что ж, 2-0. Два очень красивых, породистых мяча забил Урал. Уфе нужно отвечать. Причем желательно до перерыва один мяч отквитать, иначе будет совсем...